Вручение звания прибыл. Все. Наградить почетной грамотой. Завтра 8 года полка на Красноярске. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ полковник! Вольно! Вольно! Товарищ полковник, младший сержант Гришков для вручения очередного звания прибыл. Служу России! Приказом Межмуниципального управления МВД России Красноярска. Наше подразделение туристической полиции создано осенью 2020 года. Основной задачей данного подразделения сотрудников туристической полиции было определено охрана общественного порядка в местах традиционного отдыха наших граждан. Это правый и левый берег Енисея в городе Красноярске, остров Татышево, Гремячая Грива, а также массовые мероприятия праздничного характера, либо городские мероприятия различной направленности. Кроме этого, мы обеспечиваем безопасность на набережной города Дивногорска на берегу Енисея, а также акватория Красноярского водохранилища. Основная задача туристической полиции – помогать гостям, жителям нашего города, приехавшим из других городов, из других стран, с тем, чтобы их отдых, их пребывание в местах отдыха наших замечательных городов был безопасным и спокойным. За 11 лет впервые у нас в сезон на Дивногорском водохранилище, зимний сезон, не погиб ни один человек, поскольку прежде всего был наведен порядок при нахождении граждан на отдыхе, в период рыбной ловли, занятиями зимними видами спорта на акватории Красноярского водохранилища. В период всего сезона мы выезжали туда руководители, я лично, представитель общественного совета межмуниципального управления, и отметили, что все вели себя спокойно, организованно и, самое главное, с точки зрения безопасности. Мы практически пресекли выезды на лед, мы практически пресекли и не допускали неорганизованных передвижений по льду, нахождение людей в состоянии алкогольного опьянения. Все то, что, в общем-то, отдыху никак не помогает, а мешает. И наша основная задача – эту тактику продолжить и в летний период. Наша туристическая полиция пользует несколькими видами транспорта. Летний период начинается. Мы сейчас с вами присутствовали при открытии летнего сезона туристической полиции. Сотрудники используют в своей работе, прежде всего, это велосипеды. В Красноярске на набережной, в Дивногорске на набережной есть такой же патруль. Электротрициклы. Данные электроциклы используют в тех точках, где доступ автотранспорта запрещен по понятным соображениям, в том числе с точки зрения экологичности, поскольку это транспорт электрифицированный и полностью экологичен на 100%. Акваторию Енисея и в Красноярске, и в Дивногорске обеспечивают два наряда на катерах. Понятно, что есть, остаются традиционные формы. Это пеший патруль. То есть мы максимально пользуемся всеми видами транспорта с тем, чтобы усилить мобильность наших сотрудников и при необходимости они могли охватывать большую территорию по охране.